Приветствую вас, дорогие мои, вы на канале Валерса. И сейчас, кто не подписан, обязательно подпишитесь, и мы смотрим. Если кто-то, я приготовила на всякий случай колоду-подсказку, но смотреть будем на экзотическом оракуле. Если кто-то, кто вас не любит, ненавидит, если кто-то, кто вас не любит, ненавидит, врагов надо знать лицо. Итак, если кто-то, кто вас не любит, ненавидит. Этот человек вас предал. Этот человек вас предал. Однажды поступил с вами некрасиво. Был договор о чем-то. Договоренность, давайте так скажем, была договоренность о чем-то. Взаимная, обоюдная. Но этот человек решил, давайте такое слово нехорошее скажу, слиться. Еще что? Этот человек вами манипулировал. Манипулировал и всего скорее может манипулировать в будущем, если вы вот этого манипулянта или манипуляторшу не раскусите. Человеку нужна ваша энергия, нужно ваше время. Есть у него какие-то меркантильные интересы в ваш адрес. Это может быть человек старше вас. Это может быть человек, которого вы считаете важным и мудрым. Это может быть человек, который для вас авторитет. На самом деле, это человек с заблудившейся душой, карта лабиринт. Заблудившейся душой, которая вообще сама бредет в потемках и не знает, в каком направлении ей двигаться. По карте ложь, кроме, вот знаете, может быть, этот человек, кстати, я забыла сказать, считает, что он мудрее вас, может быть, он и не есть для вас авторитет, но вот по его мнению он считает, что ого-го, вы это у него на крючке или у нее на крючке. На самом деле запутался этот человек по жизни и забрался, есть такое слово, забрался ложь. Это мужчина. Мне уже вот тут два раза подсказывали, что это мужчина, но я как бы ждала карту, и карта выпала. Это мужчина, который вас ненавидеть. Почему? Почему? Сам слился, сам манипулировал. И что? Почему же ты ненавидишь-то? Ну вот потому что он считает, что вот он чего-то достиг, а вы чего-то не достигли в этой жизни. И неважно, какой сферы это касается, у каждого резонирует по-своему, ведь расклад-то общий. Из-за денег. У вас какая-то конфликтная ситуация с кем-то. Либо вот-вот, либо была, из-за денег. Может быть, завидует вашему успеху, а может быть, человек доверил вам свою тайну, какую-то денежную, какие-то мечты, и теперь об этом сожалеет. Либо, ну, знаете, тайна, связанная с ложью, тайна, связанная с обманом. Вот в чем дело. Может быть, человек с вами поделился, а потом о своем каком-то не очень хорошем поступке, связанном, может быть, с деньгами, с ценностями, с каким-то, да, вообще, бумаги, там еще что-то. А вот, он считает, что он за счет этого достиг цель, а вы это знаете. И вот он вас за это ненавидит, потому что вы стали свидетелем его падения. А этот человек оморочен. И вы знаете, ну, оморочен по карте ведьма тем, что не умеет адекватно воспринимать этот мир, а возможно, он находится под чьим-то влиянием. Очень озадачен тем, что ему нужно спешить по карьерной лестнице, подниматься вперед, идти по головам. А вы вот, как незримая тень, присутствуете рядом с ним, и вот он не согласен с этим. Вот он считает,
что несмотря на то, что он где-то несправедливо с вами обошелся, а может быть даже просто взял денег в долг и не отдает, хотя договоренность была обоюдная, вот, он считает, что вы будете его преследовать из-за этого. Он часто во сне видит, ему дают знаки высшие силы, что он не прав. Вы, кстати, тоже иногда этого человека видите во сне, и, возможно, после этого расклада увидите, если у вас какое-то сомнение, этот или этот человек. Вот, возможно, сейчас я вам ставлю такую программу, чтобы вы во сне увидели своего врага-мужчину, который вас ненавидит, но, возможно, этого не транслирует. Да, разговор о деньгах. Не доверяйте свои сбережения никому, особенно представителю мужского пола, дабы избежать какого-то обмана, манипуляций и потерь. Смотрите, высшие силы, на дне колоды карта ангел, все равно на вашей стороне. Поэтому правда будет на вашей стороне. Поэтому не надо переживать по поводу того, что кто-то вас любит, ненавидит, пытается вами манипулировать. Вы знаете, это ваш путь, очищения вашей кармы через этого человека. Примите его таким, какой он есть, не пытайтесь его осуждать, и пусть он идет своей дорогой.